переносной термопринтер для печати маркировочных наклеек. Сегодня на распаковке переносной термопринтер Brother Pitach PTE-110VP. Устройство поставляется вместе с адаптером и кабелем питания, футляром для переноски, руководством пользователя и гарантийным талоном, а также кассетой с лентой 9 мм для маркировки проводов. Данное устройство питается от 6 мизинчиковых батареек или аккумуляторов. Обратите внимание, что их нужно приобретать отдельно. Принтер может печатать наклейки шириной до 12 мм со скоростью до 20 мм в секунду. Встроенный рычаг для обрезки ленты позволяет с легкостью отделить напечатанную наклейку. На передней панели устройства располагается ЖК-дисплей с клавиатурой и кнопками управления. Например, клавиша предварительного просмотра с изображением лупы отображает предварительный вид наклейки. Есть и клавиши для выбора разных видов наклеек. Это могут быть, например, круговой маркер для проводов или маркер типа флажок. Из полезного также стоит выделить функцию Siri. Она позволяет сэкономить время при создании нескольких наклеек с автоматически проставляемыми номерами или буквенными кодами. Термопринтер имеет 168 встроенных символов, включая 37 особых. Они пригодятся электрикам и другим специалистам. На дисплее может отображаться 16 знаков, можно создавать двухстрочные наклейки. Хоть на дисплее отображается одна строка, можно ввести текст длиной до 80 символов. Яркость дисплея можно измерить с помощью комбинации клавиш, что особенно пригодится при работе в темных помещениях. Делаем выводы. Переносной термопринтер Brother Pitach PTE-110VP пригодится специалисту, который занимается прокладкой сетей или монтажом оборудования. Приятным бонусом станет наличие удобного футляра для переноски. We'll be right back.